В минувшие выходные прошло мероприятие по благоустройству и улучшению санитарного состояния города. Субботники, инициированным акиматом города, приняли участие жители областного центра, госслужащие и коллективы учреждений. В ходе субботника проводилось благоустройство придомовых территорий, прилегающих к предприятиям территорий, организациям и учреждениям. Вооружившись граблями, лопатами и другим инвентарем, участники дружно принялись очищать территорию от мусора. Особое внимание уделялось арыкам, так как именно туда попадает больше мусора. Таким образом, участники акции навели надлежащий порядок. Также задействована 21 единица техники, вывезено 126 тонн. Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству продолжается. Каждую субботу в течение 2 месяцев мы выходим на субботник. В 9 утра начинаем, за 1-2 часа уже заканчиваем. Это наш город, и его нужно держать в чистоте. Я так считаю. Вышли все на субботник. Это для чистоты и здоровья наших детей и нас самих. Очень прошу вас, тоже все выходите и благоустраивайте ваш город и ваш дом –